Михаил Александрович, заканчивайте заниматься показухой. Валерий Васильевич, у вас есть все возможности в соответствии с федеральным законом. Вы вправе объявить взыскание, снять с должности. Давайте работать. Со снегом не получается. Почему не получается с уборкой снега? А потому что не слышу никого. Все централизовали. Глава района должен отвечать за вывоз снега, мусора, ремонт тротуаров, озеленение. Заниматься бродячими собаками. Ему надо создать инструменты решения этих вопросов. Вот там пускай будут и МУПы, и другие структуры. И с него надо спрашивать. Вот стоит глава района. Есть у него полномочия? Нет. 7 районов теперь уже. Территория практически равна территории Москвы. И все это хотим управлять с одного центра. Михаил Александрович, берите людей профессиональных себе. Потому что нет компетенции. Ни у одних, ни у вторых, ни у третьих. Заканчивайте между собойчик. Взяли дружков, товарищей? Тогда соберите их и скажите. Вот у нас есть вызов. Снег. Мы должны город очистить. Не сможем, придется уйти. И уйдите.